Ну что, мой хороший? Ну кто тут тогда у нас лежит? Так. Малышок. Иди, иди. Так, назад. Заходим. Сегодня нашли, да? Да, сейчас только. Ест, не ест, ничего такого не знаете про него. Мы возьмем у него общий анализ крови, да, хорошо? Да, конечно. Давай, Катя, я посмотрю, пока он будет. Ну, расслабься. Что ты такой весь напряженный? Все, расслабляйся, расслабляйся. Все, мягче температурку. Все, 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 успокойся, успокойся, ты молодец. Ага, ему, я так понимаю, что-то уже делали? Судя по бритой лапке-то. Мы ничего не делали. Просто лапка-то у него бритая. Мы его нашли в кустах. Московская, 30Б. Интересно. Иди вообще. Старше, скорее всего. Я, мы не знаю, сколько. Значит, есть довольно-таки множество движений дискоспанделита, то есть проблемы с тазовыми конечностями нейропатического и неврологического характера. Первое – это признаки дискоспанделита L7S1, то есть у нас седьмой поясничный позвонок очень сильно занырнул, то есть вот здесь, скорее всего, признаки пояснично-кольцесового стеноза. Ну и здесь вот ряд спондилолистезных изменений. Вот здесь уже идут патологические разрастания костно-хрящевой ткани. То есть, скорее всего, вот эта слабость в ногах, это связано с неврологическим дефицитом. Ну, сейчас мы посмотрим, что у нас по мосту на пироплазмоз. Дальше я, конечно, буду назначать лечение. Рекомендации запишу. В коридорчике минут 10-15 я позову. Диагноз у нас пироплазмоз — это диагноз, передающийся укусом клеща. Второй у нас диагноз предварительный — дископатия. Дископатия — это изменение в телах позвоночного столба. Это то, что мы видим по рентгену. Но опять же, окончательно это нужно делать компьютерную томографию, но я пока ее назначать вам не буду, потому что все-таки собака, я считаю, с теми структурными изменениями, которые по рентгену мы видим, явно не молодая. Вы сейчас пропьете курс гормональных противовоспалительных, с ним на повторный прием через 4-5 дней при ухудшении состояния на повторный прием раньше. Пока все. Когда мы получили первую информацию о мальчике, что лежит в кустах, то первое предположение было, что сбит, поломан. Когда он в кустах встал на лапы, качаясь, но все-таки встал, сразу стало ясно, что у него проблема или с тазом, или с лапами. Почему-то в тот момент никто не подумал о пироплазмозе. О том, что ребенок в тяжелой стадии пироплазмоза, мы узнали уже после анализа, сданного в ветклинике. Ребенка сразу положили на капельницы. На капельницах он пробыл у нас 2 суток. Сегодня 3-й день, и сегодня мы сделали ему последнюю капельницу. Ребенок чувствует себя намного лучше, и он начал кушать. Друзья, я хочу, чтобы вы все уделили особое внимание вашим питомцам, вашим ушастым друзьям. Я прошу вас, засилие клещей настолько страшно, и животных очень много умирает от укусов. Пожалуйста, после каждой прогулки вашего питомца проверяйте тщательно ему шею, грудь, паховую область. Я вас очень прошу, если вы дорожите своим ребенком, своим лохматым ребенком, пожалуйста, будьте осторожны. Обрабатывайте, чем только Бог пошлет. Берегите его. Мы мальчика назвали Шарух. Он чувствует себя лучше, потому что начал кушать. И это огромная победа. Если бы не мы, если бы не женщина, которая позвонила и попросила помощи, он погиб бы через пару дней. Друзья, только внимание, только солидарность всеобщая, всеобщая поддержка. Только все это может помочь спасать жизни. Искренне вам благодарна за любую помощь. С вами Лохматая Душа. Доброго вам здоровья, мои хорошие.